привет! Вы на канале Творческая мастерская Яны Черней. И сегодня мы с вами сделаем вот такой интересный бантик на ободочке, который подойдет даже украшением в школу. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступаем к созданию нашего бантика. Для верхнего бантика нам понадобится 2 отрезка ленты. У меня репс с люрексом шириной 38 миллиметров и длиной 20 сантиметров. Делаем бантик. Такой бантик делать очень легко и очень быстро. Его я уже делала в своих предыдущих мастер-классах. А еще можно вместо клея здесь приклеивать скотч. Теперь сшиваем наш бантик. Вот так, и теперь фиксируем. Верхний бантик наш готов. Для нижнего бантика нам понадобится 2 отрезка ленты с принтом. У меня такие цветочки шириной 38 миллиметров и длиной 23,5 сантиметра. 2 отрезка. И кружево, дорожка. Кружево шириной 4,5 сантиметра. И длину я взяла 24 сантиметра. Это у меня с запасом. Также нам понадобится шаблон номер 11. Собираем наш бантик. Вот так. Фиксируем. И с другой стороны тоже фиксируем. Вот, и теперь ставим посередине, ставим наше кружево. Тоже фиксируем. И теперь посередине шаблона это все прошиваем. Прошили, снимаем все с шаблона.
стягиваем и получаем очень симпатичный бантик. Вот какой получается бантик. И теперь из отрезков ленты, той же, что и верхний бантик, размером шириной, то есть 38 миллиметров на 13 сантиметров, 3 отрезка, делаем нижний слой бантика. Определяем серединку. И сшиваем их вместе, накладывая друг на друга. Так, вот что у нас должно получиться. Два снизу и один сверху. И теперь стягиваем. Так, флажки готовы. Теперь собираем наш бантик. Бантик готов, и теперь прикрепляем его на основу. У меня вот такой ободочек. Ширина его 0,6 миллиметров. Я его уже обплела. Определяем место, где должен быть бантик. Вот примерно здесь. И приклеиваем его к ободочку. И теперь закрепляем ленточкой, делаем талию нашему бантику. Я буду закреплять ленточкой
шириной 0,9 миллиметров. Немного подержим, чтобы клей остыл и схватился. И теперь стягиваем. Так. И я обматываю еще раз. И теперь приклеиваем серединочку. Вот такой у нас получается ободочек. Еще как вариант я сделала ободочек вот такой из атласной ленты. И здесь вот у меня органза. Вот такой. Это пластиковый ободочек с зубчиками. И еще сделала вот такую заколочку, стрелу. Также такой бантик можно сделать и на простой заколочке. Например, такой, только побольше. Будет отличным украшением к школе. Если кто не любит ободочки. У меня на сегодня все. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!